Еду сейчас за своим младшим сыном Левчиком. Он у меня ходит в этом году первый год в американскую школу. Я через 5 минут уже должна его забрать. И ехать мне в школу где-то 10 минут. На самом деле по карте показывает 4 минуты. Но из-за всех светофоров, знаков стоп, я проезжаю 1, 2, 3 светофора. 1, 2. Сейчас, подожди. 1, 2, 3. И 3 знака стоп. Ой, блин, уже не туда поехала. Вот здесь припаркуюсь, потому что не посмотрела, там свободного места нету для меня. Я припарковываю здесь на парковке нашей детской школы. И сейчас пойду его забирать. Сейчас закрою окно. У нас отличная погода в Калифорнии. Ой, поэтому без кондиционера, конечно, не очень. Еще, чтобы забрать ребенка, здесь обязательно, когда заходишь на территорию школы, нужно носить вот такой бейджик. Ну, тут написано название школы, написано elementary, потом parent guardian, drop off, pick up badge. Только с этим бейджиком родители могут заходить на территорию школы. Ой, я машину не закрыла. Вот, поэтому сейчас иду забирать пупсика. Забрала Лёвчика. Я знаю, он где, что называют. Одного за Свана. Мальчика? Одного за Параспет. Одного... Левчик рассказывает, кого он знает. Одного Райан. Райан. Он тебя на день рождения, кстати, пригласил. Нас пригласил мальчик на день рождения. Левчика пригласил. И мы пойдем через месяц. И кого еще? Полину, знаешь, девочку? А ее? Полину, Полину. Полина. Да. Она по-русски говорит. Знаешь Полину? Да. И... Так, сейчас покажу. Вперед. Как мы идем. Тут парки. Там уже сзади школа. Мама, я сегодня в школе видела. Там девки. На площадке играют. У них сейчас recess на английском, переменка. Мама, пойдем Алана посмотрим. Алана? Да. Ну пойдем, давай только твой рюкзак положим в машину, давай? Окей. Окей, вот машина, нам сюда. Там Баха и Софа играют. Где, на площадке? Да. Давай я открою багажник, ты положишь свой рюкзак. И книжку можешь, или хочешь, возьми с собой. Можно воду взять с собой. Хочешь воду водичку? Воду я с собой возьму. А ты? Стой, 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 там тетя будет выезжать. Дай руку мне. Идем на тротуар. Там, тут машина ездит, а мы пойдем на тротуар. Там, где машина не ездит, окей? Окей. Так, вот мама, мы сейчас... Мама, ты купил мне новый самокат. Нет, зайка, еще не купила, но куплю. Когда папа разрешит, тогда куплю. Детки тут на площадке. Тут, кстати, может Алана и не быть сейчас. Алан! Алан! Баха!
завяжи шнурки. 40 страниц. Алан, завяжи шнурки. Алан, давай сегодня опять в Роблокс посети сыграем. Только вечером. Сначала надо погулять. Баха, тебе Лёша. А я тебя вот там видел. Правда? Я тебя тоже там видел. Алан, все, нам пора идти. Вот выезжаем, а тут Белочка водичку пьет. Где Белочка? А вот там. А вот она бежит с моей стороны.